Мне 13 лет. Был такой опыт или вообще никакого? Нет, нулевой опыт. Как это вообще происходило? Расскажи о том, как ты вообще к нам попал в команду, как ты решил, почему ты решил написать? Экономить бюджет. То есть ты максимально использовал те советы, которые мы тебе дали, и это сразу же принесло тебе плоды, то есть с 300 рублей ты заработал 2700 с чем-то, да? Да. Ты не ловишь зону комфорта, ты уже двигаешься дальше, ты уже понимаешь, что ты уже хочешь, несмотря на то, что сколько тебе лет, ты уже хочешь уже зарабатывать 150 тысяч рублей чистыми в месяц, я так понимаю, месяц, да? Да. Угу. Людей, которые в 13 лет зарабатывают 40 тысяч чистыми, не так много вообще по России. Вот, как раз таки посмотрим, на какой результат ты выйдешь. Ребят, всем привет, мы на канале «Путь к миллиону», с вами Саюб и Иван. В этом выпуске вы узнаете очень крутой кейс, который мы создали вместе с своим учеником Амином. Сейчас мы к нему подойдем. Но перед началом ролика, что им нужно сделать? Смотрите, ребят, сейчас лето, бомбит сезон по электросамокатам. В нашей группе мы постоянно публикуем продажи, они постоянно живые, мы показываем, как регулярно продаем электросамокаты. Вот кто досмотрит выпуск до конца, тот получит бесплатный урок, да, с помощью которого вообще в целом сейчас можно запуститься и получить свои первые продажи. Да. Пойдемте пройдем к Амину, он нас ждет, и начнем этот крутой ролик. Ставь лайк, подпишись на канал, мы начинаем. Амин, приветствую еще раз, наконец-то ты к нам приехал. Расскажи о себе, сколько тебе лет, откуда ты родом, как вообще узнал о нас, как вообще попал в нашу команду, это будет очень интересно нашим зрителям. Ну вот, я родился в Узбекистане, меня зовут Амин, в городе Бухара родился. Мне 13 лет. 13 лет. Офигеть. У нас таких учеников вроде не было, да, Вань? Да, ребят, просто для понимания, Амину 13 лет, у него до сих пор нет паспорта, и он уже зарабатывает на своем бизнесе. Да, об этом чуть позже. Расскажи вообще, вот ты вроде ты мне писал, либо твоя мама. Вот за кадром я хотел, чтобы его родители тоже немножко отснялись, но они не захотели, но, если не ошибаюсь, мне твоя мама писала. Да, да, да. Как это вообще происходило? Расскажи о том, как ты вообще к нам попал в команду, как ты решил, почему ты решил написать, потому что мне вот твоя мама сказала, что до этого посмотрели кучу там блогеров, да, разных. Да, да. Почему-то остановились на мне, вот об этом подробнее. Ну вот смотрели блогеров, которые обычно про дропшиппинг и товарку рассказывают, и случайно наткнулись на твое видео. Ну просто посмотрели ради интереса, превьюшка понравилась, там ты грамотно объяснял, мы все посмотрели. Первое видео там было про ученика Макса, которому 16 лет. Да, да, да. Ага. Мы посмотрели его интервью. Ну, посмотрели, как он там зарабатывает, что ему уже 16, и он уже как бы хорошо зарабатывает. Ага. То есть этот ты там увидел нас, там сказал, показал родителям, да, что есть вот какие-то люди. Потом ты написала или твоя мама? Мама твоя вроде написала, да? Да, да, моя мама написала. Ага. А вот до этого, вот тебе 13 лет, до этого у тебя были какие-нибудь там навыки продаж, опыт? Навыки продаж нет, не было. То бишь это, получается, твой первый опыт вообще в целом в товарном бизнесе? Либо, может быть, вот у нас есть много ребят, которые там сами пробовали, знаешь, купить партию наушников, да, домой чисто там на 5 тысяч, продать ее, как-то получить свои первые деньги. У тебя вообще, ну, был такой опыт или вообще никакого? Нет, нулевой опыт. То бишь и в найме тоже не работал, правильно? Нет. Вообще нигде? Нигде. Блин, очень интересно, сам. Блин, классно. А ты до этого в Москве жил или вот вы только переехали? Ну, до этого, наверное, приходили с родителями. Ага. Так, просто посмотреть. Здесь у нас родные, знакомые были. А-а-а. Мы к ним просто приезжали, просто в Москву, да, посмотреть приезжали. А-а-а. А ты, получается, вырос в Узбекистане, да? Да. То есть земляк. Классно. То есть вы... вот я с твоей мамой общался, она говорит, вот мы хотим переехать, там мы хотим после переезда приехать к вам, пообщаться. То есть, они не из-за тебя, а просто вот по делам, наверное, приехали, и ты решил приехать ко мне, там познакомиться лично, да? Вот расскажи, были ли страхи какие-нибудь, потому что вот я с твоей мамой общался, она хотела реально лично познакомиться, потому что наверняка там очень много людей, которые что-то там рассказывают в интернете, к ним нет доступа, к ним нельзя приехать, только все онлайн.
вами происходит? Ну вот сначала родители хотели без меня приходить. А-а-а. Они просто работу искали сейчас, ну именно в тот момент. А-а-а. Я к ним напросился, хотел вот сначала несколько блогеров еще на подборе были. А-а-а. Но я к ним хотел на наставничество попасть, У-у-у. У них чему-то научиться, может быть. Потом наткнулись на тебя случайно. Тебя тоже как бы добавили в свой подбор наставников. В первую очередь на следующий же день сразу к тебе приехали. А, то есть вы уже хотели кому-то еще, да, поехать? Да, мы хотели к другим еще, несколько блогеров было, мы еще к ним хотели пойти. Ну вот к тебе приехали, у нас здесь все понравилось, посмотрели ассортимент сразу. Слушай, Амин, а вот у меня такой вопрос есть. А вот вы рассматривали конкретно нишу дропшиппинга или, может быть, какой-то другой бизнес, я не знаю, там, не знаю, может быть, там, курсы по трейдингу, по программированию, не знаю, может быть, по товарке. А почему вот как бы выбрали именно Авито? Или вы изначально Авито рассматривали? Мы сначала рассматривали Wildberries, но потом поняли, что там большие вложения нужны, чтобы для того, чтобы начать хотя бы какой-то маленький даже бизнес. Потом рассматривали еще товарку, там тоже какие-нибудь вложения нужны, хоть и не маленькие, и небольшие. Вы смотрели несколько, да, наставников, которые там по Wildberries, да, по товарке, вот, но все-таки остановились на дропшиппинге. Почему? Дело в том, что здесь не надо закупать товар, и на рекламу тоже надо меньше вложений делать. Дело в том, что если, например, на товарку надо там других покупателей найти, магазины другие обойти, клиентов находить, это тоже лишние проблемы. Здесь-то только в Авито объявление делаем, и все. Смотри, а ты зашел к нам в команду, и какие у тебя были вот первые трудности? Вот как происходило твое обучение? Расскажи чуть подробнее. Ну, первые проблемы, наверное, я не мог сделать рекламу, сразу сделал ее. У меня в первый же день где-то больше 5 или 10 заявок было. Единственная проблема, не мог их обработать. Ага. Не умел общаться с клиентом. Ага. Единственная вот, проблема. Вот, у тебя есть проблема. Какие у тебя дальнейшие действия были, чтобы решить эту проблему? Я каждый день просто совершенствовал скрипт. Каждый день старался побольше общаться с клиентом. Ага. Обновлял свой скрипт с каждым днем. Ага. Имитировал разговор. Записывал свои проблемы. На какие вопросы я не могу отвечать, например. Ага. Если кто-нибудь скажет дорого, если кто-то скажет, я подумаю, например. Ага. Смотри, а у тебя был, вот ты говоришь, что типа вот твой скрипт, да, у тебя уже был изначально, до еще обучения, какой-то скрипт, либо у тебя уже был какой-то скелет, какая-то база, которую тебе предоставили? Не-не, у меня все полностью нулевое было. Я к вам только когда приехал, только о дропшиппинге вроде первые ноты у вас узнал. Угу. То есть смотри, ты запустился, от первого запуска до первых продаж сколько у тебя времени прошло? У меня прошло примерно плюс-минус 4 дня или 3. 4 дня, офигеть. Ты с нуля начал, запустил рекламу, через 4 дня ты сделал первую продажу. Да. Я тебя вообще поздравляю за это. Блин, 13 лет, да, вообще, я конечно в шоке. Блин, я настолько рад, что прям у меня даже сейчас мурашки идут, потому что 13-летний парень, он приехал, я прям очень хотел, чтобы он сделал результат, как и все наши ученики, потому что родители приехали ко мне, они говорят, вот мы хотим вот купить ему наставничество, они вот долларами расплатились, там, потому что в Узбекистане вот только приехали, там у нас в основном, когда уезжают, на доллары меняют, и у них в глазах была надежда, что вот благодаря тем инструментам, благодаря в первую очередь твоим каким-то моментам, упорству, целеустремленности, что ты, у них была надежда, что ты сделаешь результат. Каковы были первые эмоции, когда ты, сколько ты заработал с первой продажи? С момента с первой продажи прошло примерно плюс-минус 20 дней. Первая продажа у тебя вот случилась через 4 дня или через 20 дней? Через 3 дня у меня первая продажа через получилась. Через 3 дня даже? Да, ага. Через 3 дня. Сколько ты заработал вот с первой продажи? С первой продажи заработал 2700. 2700. Вот каковы у тебя были эмоции? Ты вот рассказал наверняка сразу родителям, что вообще они сказали на это? На этом моменте я был очень рад. Я думал вообще, что я во сне вообще. Ты не верил, да? Да, я вообще не верил. Ты не веришь, что что-то может случиться? Я даже когда у себя на родине был, я постоянно думал о том моменте, что я буду чувствовать, когда сделаю первую продажу. Визуализировал уже? Да. Это классный инструмент.
Я думал всегда, что я буду чувствовать в тот момент, насколько я буду рад. Но я реально неповторимо рад был на тот момент. Я думал, что я реально сплю. Ага, а родители как отреагировали? Родители там отходили по делам, я им позвонил и сказал сразу маме, накричал, я первую продажу сделал. Вот. Она тоже порадовалась сразу. Офигеть, классно. Реально очень крутые, ну, крутые эмоции. Слушай, вот расскажи, сколько денег ты вложил в рекламу для того, чтобы вот совершить свою первую продажу? До первой продажи я сделал 3 объявления. В общем, у меня ушло плюс-минус 300 рублей. 300 рублей? Да, на первую продажу. Без продвижения сделал продажу? Да, да. Ну, потому что мы же очень правильно выложить объявление и сэкономить бюджет. То есть ты максимально использовал те советы, которые мы тебе дали, и это сразу же принесло тебе плоды, то есть с 300 рублей ты заработал 2700 с чем-то, да? Да, да. Сейчас вообще у тебя на данный момент, вот смотри, прошло 20 дней, правильно, с момента, как ты сделал первую продажу? Какого числа ты начинал? Начинал 1 мая, у вас начался поток. Я у тебя покупал поток вроде в конце апреля, где-то 28-29. 5 мая я сделал первую продажу, первую рекламу я сделал 2 либо 3 мая. На этот момент, смотри, сейчас у нас 20 какое? Сегодня 27-е. 27-е. То есть прошло примерно 3 недели, да, с того момента, или сколько прошло? Плюс-минус 20 дней. И сколько у тебя получилось заработать на вот этот момент? То есть чистыми, с учетом рекламы, за вычетом рекламы? Заработал с учетом рекламы плюс-минус 40 тысяч. 40 тысяч рублей, это чистыми? Чистыми. Блин, вообще классно. Классный результат. Напоминаю, да, сколько ему лет? Давайте напомним, 13 лет парню. Он никогда не жил в Москве. Ты же не жил никогда в Москве? Нет, нет, только разве что посмотреть. Приезжали на неделю, на полторы. А как ты, откуда вот у тебя свободный русский, и ты прям хорошо общаешься? Я с детства просто, меня на детский садик я ехал в детский садик, там провел где-то, я там в садике мало провел, месяца 2-3, а дальше я уже так мультики смотрел, так в детстве, научился. Сам учился. Не, реально, если вот так вот смотреть, получается, вот интересно было, да, тоже нашим ребятам, у тебя по факту вообще никакого опыта не было. Абсолютно. Абсолютно в товарке, да, ты даже в найме нигде не успел поработать еще, вот, сразу запускаешься, вот, конечно, трудности свои все равно были, присутствовали, да, но вот я считаю, что это реально очень крутой результат для человека, которому 13 лет, у нас вообще у людей, которые вот в регионах живут, у них зарплата там 15-20 тысяч рублей в месяц. Да. Вот, а тут ты работаешь, ты удаленно работаешь или ты сидишь у нас в магазине? Нет, нет, я удаленно. Удаленно, да, потому что ты удаленно полностью у тебя аккаунт ведешь, общаясь с клиентами по телефону, просто перенаправляешь к нам в магазин. Так происходит? Да, да, именно. Да, это очень круто, реально. Как у тебя сейчас с заявками? Сколько примерно в день заявок ты получаешь? В день 30-40 заявок получается. 30-40 заявок в день, и, соответственно. Ты успеваешь их обрабатывать? Да, да, конечно. Пока успеваешь? Да? Пока успеваю. Какие у тебя сейчас дальнейшие планы на этот проект, на свою жизнь, на свой бизнес? Ну, в дальнейшем. Я в ближайшем, в следующем месяце уже хочу не меньше 150 тысяч заработать. Я постараюсь больше вкладываться в рекламу. Даже, наверное, второй аккаунт себе попробую создать. Попробую на нем запуститься, может, еще другие ниши попробую, может, велосипеды, может, айфоны еще попробую. Хочется уже масштабироваться, ты уже знаешь, ты уже вот весь цикл прошел, у тебя достаточно уже опыта, несмотря на то, что 20 дней прошло, и ты хочешь, ты не ловишь зону комфорта, ты уже двигаешься дальше, ты уже понимаешь, что ты уже хочешь, несмотря на то, что сколько тебе лет, ты уже хочешь уже зарабатывать 150 тысяч рублей чистыми в месяц, я так понимаю, месяц, да? Да. Что для этого нужно? Несколько аккаунтов, да? Да, как минимум 2 аккаунта, по-моему, надо. Но если так-то постараться, если в рекламу побольше вложиться, можно и на одном аккаунте управиться. Но на двух аккаунтах будет, по-моему, легче, потому что там по-разному будет. Угу. Можно другие ниши на втором аккаунте также будет пробовать. Статистику новую надо будет вести. Новых поставщиков, если другие ниши буду пробовать, наверняка. Что касается определенных, ну, образа жизни. После того, как ты к нам попал в команду, у тебя как-то что-то поменялось, ты начал делать те действия, которые мы тебе давали там по поводу привычек определенных, либо работа с мозгом, какие-нибудь инструменты ты используешь, и как они себя
помогли тебе сделать такой результат? Ну, в основном, книги наверняка начал читать только по-английскому, свой, наверное, английский начал только прокачивать, но в ближайшее время хочу как минимум 3 книги в месяц читать, большие, про бизнес в основном. Я тебе рекомендую не брать столько много, потому что у тебя основное время будет уходить на обработку заявок. Если ты наймешь менеджеров, то, соответственно, ты будешь их контролировать. А если ты там за цену слова что-то опубликуешь, как я говорю, да, вот я говорю ребятам, что перед тем, как что-то сделать, вы должны конкретно понять, какие действия вы должны сделать, потом это заявить на публику для того, чтобы не слиться. И, соответственно, я думаю, что вот мой тебе совет, 3 книги это много, возьми одну книгу, и самое главное, вот не просто прочитать определенное количество книг, самое главное это понять, что там написано, и применить это в жизнь. Очень многие люди просто читают книги, там очень много читают книг, и по сути никак они не используют те знания, которые получили из книг в своей жизни, поэтому их можно назвать библиотеками просто, у них в голове очень много информации, но их никак они не применяют в жизни. Я тебе советую найти крутую книгу, это очень щепетильный вопрос, ты должен прислушиваться к тем людям, которые уже добились определенных результатов. По их советам выбираешь книгу, читаешь один раз, там делаешь какие-то заметки, и второй раз ты уже перечитываешь свои заметки, которые ты сделал, и, соответственно, каждую вещь, которую ты узнал, каждый инсайт, который тебе пришел в процессе чтения этой книги, ты должен воплощать в жизнь, и тогда у тебя будет прям огромный рост, потому что лучше прочитать одну книгу и применить ее в жизнь, чем прочитать 3 книги и потом уже приступить к чтению четвертой. Амин, я считаю, смотри, вот ты сейчас перед собой поставил цель на следующий месяц. Я предлагаю в следующем месяце с тобой тоже отснять выпуск. Вот, как раз таки посмотрим, на какой результат ты выйдешь. Вот ты сейчас об этом сказал, то, что ты поставил перед собой цели. Я думаю, ребятам тоже будет интересно, на какой результат ты выйдешь уже через месяц. Да. На самом деле Амин не хотел сниматься. Он говорит, вот даже сейчас мы между локациями перемещались. И он говорит, блин, мне вот не хочется говорить свою прибыль, потому что мне кажется, что это мало. Мы ему говорим, что это точка А. Людей, которые в 13 лет зарабатывают 40 тысяч чистыми, не так много вообще по России, потому что в 13 лет люди обычно... А что насчет школы у тебя? Насчет школы? Где-то? Ну, прямо сейчас нет. Я хотел устроиться сначала на онлайн-школу какую-нибудь, чтобы хотя бы знания свои продолжить, хотя бы подкрепить их. А потом в следующем году, в следующий сезон учебы, наверное, пойду в школу, да, потому что... А ты в каком классе сейчас? Я сейчас 7 класс закончил. Ага. Офигеть. Я думаю, что этот выпуск будет отправной точкой, это точка А. Я думаю, что Амин сможет сделать больше, и для него будет мотивацией, когда на YouTube будет висеть выпуск с его участием, где он заработал 40 тысяч, и, соответственно, у него будет еще больше мотивации заработать намного больше, 100-150, для того, чтобы снять вторую часть с ним. Я думаю, это будет дополнительной мотивацией. Я больше чем уверен, что ты сможешь это сделать. Потому что сейчас сезон, сейчас очень много возможностей. И, соответственно, не вкладывая денег, если любой человек, который реально хочет чего-то добиться, может заработать, то люди просто... Есть люди, которые пользуются этими возможностями, а есть люди, которые просто видят, что можно что-то сделать, но ленятся как-то, не берут себя в руки и просто живут по течению, можно сказать. Что можешь, Ваня, порекомендовать Амину? Ты плотно с ним работаешь, ты его наставник. Что ты можешь порекомендовать ему для того, чтобы сделать X2, X3 в результате? Смотри, Амин, первый момент. Вот сейчас ты вышел на определенный для себя уровень. Но здесь ты, я понимаю, что ты сидишь дома, и ты полностью сфокусирован на своем аккаунте, ты постоянно обрабатываешь заявки, правильно? Правильно, да. То бишь у тебя постоянно пишут клиенты, постоянно тебе звонят, и ты на это тратишь время. Соответственно, чтобы тебе масштабироваться, тебе нужно делегировать этот момент. То бишь 100% нужно искать менеджера, по поводу условий работы с ним. Я тебе помогу, то бишь как правильно с ним работать. 100% нужно искать менеджера и сажать его на свой аккаунт. А потом, соответственно, ты можешь его контролировать и создавать уже параллельно второй аккаунт. То бишь, в этом будет твоя точка роста. Да, обязательно. Круто. Амин, спасибо тебе огромное, что уделил время, приехал к нам.
Мы рады тебя видеть. Огромное спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Я надеюсь, что было вам полезно. Если вы что-то почерпнули для себя, обязательно делайте то, что вы сейчас задумали, потому что через некоторое время у вас уже энергия спадет, и вы опять отложите то, что вы хотели сделать. А для того, чтобы получить бесплатный урок, что, Ваня, им нужно сделать? Ребят, вам нужно подписаться на этот YouTube-канал, оставить любой комментарий и написать Саюбу в ЛСТГ «Хочу бесплатный урок по электросамокатам». Вся информация будет в описании, переходите и следите за нами дальше. Спасибо.